А я пребываю просто в полном шоке от этого великолепия. Это куртка, которой столько секретов, что я боюсь, даже нам не дадут столько времени, чтобы обо всех рассказать. Цена распродажи 2999 рублей. Цена этой куртки у нас была 5599, когда были все размеры. Размеры остались лишь от 46 до 58. И у нас помимо этого эффектного бирюзового цвета есть еще один цвет. Пока не скажу, какой это секрет. Да, давайте пока посмотрим, что у нас, какие здесь секреты. Ольга, я все рассматриваю, и каждый раз нахожу что-то новое. Да. Ну, во-первых, у нас здесь с вами отстегивается капюшон. Мы всегда его можем снять. И посмотрите внимательно, что здесь у нас такая великолепная фурнитура, и у нас здесь и люверсы есть, и дополнение просто как украшение. Посмотрите, бусина гуляет туда-сюда, и здесь у нас с вами концевики. И посмотрите, вы думаете, это декор? Посмотрите, здесь у нас кнопки, как они великолепно выполнены. Посмотрите, кнопочка и оформлена с этой стороны, как декоративная, вот можно даже назвать брошка, да. И посмотрите, у нас с вами молния расстегивается до самого конца, и она также красивая. Ольга, обрати внимание, она со стразами. Вау, посмотрите, это такая вот прям, я думаю, девичья радость, а не куртка. Здесь столько всяких нюансов. И вы можете увидеть сейчас, посмотрите, вот она, вы видите? Вот она красота, вот, видите, какая прелесть. Ну что ж, готовы узнать, в каком цвете у нас еще есть куртка? Давайте посмотрим на подиум. Наша Татьяна уже облачилась в куртку Роланна. Красный цвет. Боже, брюнеткам, я считаю, идеально подойдет. 2600 сегодня экономия. Это идеальная куртка с идеальным кроем, пошивом. И здесь столько нюансов и деталей, что можно разглядывать и любоваться бесконечно. Это точно. И если Татьяна повернется к нам спинкой, она нам еще раз покажет, что благодаря тому, что у нас есть сзади тоже такой же фиксатор, мы можем подтянуть ее и сделать, и посадить ее прямо по фигуре, подчеркнуть нашу талию. Ну, а если вы не хотите подчеркивать талию, можете сделать более свободный силуэт. Ведь внизу у нас тоже есть тесемочка, которую мы можем затянуть наоборот снизу. И тогда у нас получится более свободный силуэт. Отличное решение. Я уверена, что в этой куртке вы будете неповторимы. А еще смотри, на что я обратила внимание. Мы расстегиваем все кнопки. Здесь, видишь, помимо молнии есть планка. Я это обожаю. Посмотрите, вот мне хочется это обязательно показать. Что у нас есть молния и снизу. Это удобство. Вы видите, садитесь в транспорте. У вас не будет приподниматься удлиненная куртка, а она будет хорошо садиться и вместе с вами подстраиваться. А ведь когда приподнимаются, это лишние заломы образуются, а здесь у вас будет все отлично выглядеть. И мне еще очень нравится, как она вся оформлена внутри. Внутри я не увидела ни одного необработанного шва, вообще ничего не обработано, не видела. Здесь все деликатно спрятано под тесемочки. А ведь это говорит о большом качестве. Это же такая сложная работа. Посмотрите, ни одного шва, ни одного края ткани вы здесь не увидите. Все спрятано в тесемке. Итак, бирюзовый цвет или красный, берите обязательно и подарите своей дочери или своей внучке. Они оценят это предложение.